В Гомеле горела обойная фабрика «Фокс». К счастью, спасателям удалось быстро ликвидировать пожар. Сообщение о возгорании в цехе номер 7 обойной фабрики, расположенной на улице Тельмана, 44, поступило в Центр оперативного управления в 10 часов 19 минут сегодня утром. К месту пожара по повышенному номеру вызова была направлена техника МЧС и других оперативных служб. Как выяснилось, произошло возгорание в помещении моечной трафаретов. 15 расчетов МЧС принимали участие в ликвидации пожара. 25 минут потребовалось спасателям, чтобы справиться с поставленной задачей. Огонь не вышел за пределы моечной и повредил только имущество внутри помещения. Причина пожара устанавливается. Предприятие специализируется на производстве обоев и горит уже не в первый раз. Серьезные пожары здесь случались в 2016 и 2011 годах. 5 лет назад горел этот же цех, в 2011 горели два других производственных помещения.